И всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Метро Рояль. И как вы уже могли заметить, мы голые, денег на балансе куча. И это означает лишь одно, что сегодня у нас, наверное, рубрика, которая в этом сезоне выходила крайне-крайне редко. А именно, если ты умер, открываешь ящик с золотым премиум оружием. Ну, точнее, с шансом того, что, возможно, выпадет золото. В принципе, прикольно, рандом лютый, падает постоянно всякая фигня, с которой мы отыгрывать пытаемся, так что сегодня этим и займемся. Ну а вам, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше цифра в 500 тысяч на канале, я надеюсь, у нас будет до первого дня лета. В принципе, у нас целый месяц, возможно, даже успеем. А, и также бонусом про Телеграм тоже, поэтому QR-кодик на экране, ссылочка есть в описании, залетайте и подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной? Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных метрошопах, да еще и с огроменными наценками. А еще, тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. А если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой список покупок. И как видишь, тут даже не самые маленькие суммы сделок. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. Ну что, смотрим первую пушку. Блин, 1 600 000. Просто, если будет сыпать всякая фигня, ну это прям обидно будет. Конец сезона, пожалуйста. Вообще по 90 бы хотелось золотой там, или МКшечку. Берильчик. Первая пушка для старта, берильчик. Неплохо. Но сегодня также будем чередовать 5-ю и 7-ю карту, так что собираемся, одеваемся и поехали. О, так мы прям у босика. Прям сразу идем стреляться. Я думаю, даже особо отвлекаться на боссов не будем. Так, редко-редко. В основном сегодня нам нужны типы. И чем их больше будет, тем лучше. А типочек сразу на босса пошел. Блин, ну я же палю сейчас жестко. А может, молик? А, он ниже пошел. Все, он сразу нас приемить идет. Вопрос, а где он? А, огромное спасибо босику. Фига себе, как он на уверенном пошел. Так, сразу идем дальше. Еще теплее. Просто успей. Просто успей. Прям тут где-то. И сзади еще типы. Блин, я не могу разорваться на всех. Но если сейчас тут забираем, сразу туда идем. Еще типы. Так, окей, первый минус. А, это ботинок. А, ну тогда получается вот тут, в доме. Все. Причем я слышу, что он там бегает. О! Еще типы. А что за задержки? Почему урон с задержкой прошел? Ну давай, давай, ползи быстрей. Ты куда, мужик? Берил так-то... Нифиговая машинка. Офигеть, ресов сыпет. Блин, сейчас на босса пойдем. Просто. Нормально. Залетели, забрали. Пошли дальше. А что это за хаешки? На крышу. А! Вон в чем прикол. Тип просто на вышке сидит. Ладно. Он себя поджег. Он себя поджег. Куда сваливаешь-то? Ну, бывает. Фейл. Все тупим. Гори. Ну или выходи к нам. Чё, не попал что ли? Ну вот теперь точно попал.
Ватаду вот сейчас забирали, чем шестерку. А, куда это складывать все? Я не знаю, куда это ложить все. Че тут? Броня, шлем. Да хоть на выход иди. Просто жесть. Сколько прошло? 3,5 минуты от начала боя. Все, у нас full инвент. Тут еще кто-то. Походу, я рано засобирался куда-то сваливать. Еще типы. А, ой, это босс. Про босса-то забыл. А, кстати, даже босс розовый. Блин, ну прям неплохо. Первая пушка мне нравится. Все прям как по маслу идет. Но немножечко не то. Ладно, поехали дальше. Интересно, а на школе типы еще остались? Просто вроде времени так много прошло. А, да, кстати, остались. Не зря пришел. Оу! А ботов не судьба забрать, да? Чё? Он как будто бы только что... залез куда-то. Эй, алло, лезь давай. Сидим друг на друга смотрим. У меня еще ни моликов, ни хаешек. О, еще кто-то. Плюс еще один. Успей. Ну успей, ты должен, ты обязан. Это бомж? А что за МКХ тогда работала тут? Мне же не могло показаться, что где-то МК работала. Вот на месте. Эй, алло, где ты там? Пошел ты! Я официально не знаю, куда это все складывать. Опачки! А вот и тип. Все, вот теперь точно он спалился. Где он? Он за камнем, за деревом. Он за камнем. И работает по штурму. Не пали меня, пожалуйста. Блин, правда, я не знаю, куда я уже эти ресы складываю. Но он все еще перед нами. Вообще бы по уму на выход идти с такой кучей ресов. Герман. Сидел, ждал тут, получается. Бедный штурм весь поубивал тут. И тоже красный. Это просто... просто жесть. Так, за борт. Да, мы сейчас не отъехали. Но погнали к выходу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять шестых шмоток. А, и АМР Кобра. Я думаю, лучше это продать и перекрутить еще раз, чем взрываться. 1 700 000. И 8 килов. Блин, ну прям хороший заход. А еще знаете, чем мне нравится конец сезона? Ты берешь, просто выходя из каточки, и вот так делаешь. Все, мы ящика купили. 1 700 000. Так, помчали, смотрим следующую пушку. Лотерейный набор. Премиум, оружие. И... АМР. Это был знак, да, что в той катке АМР-ка выпала. Я тот еще снайпер.
Поэтому недолго мы с ней проживем, просто берем рандомный задар, чутка патронов и поехали. Но, скорее всего, даже одного килла не будет. Еще и респа. Респана постреляться. Не, я же говорил, что скорее всего даже одного килла не будет. Все, теперь я в этом точно уверен. Я и снайперки, блин, шанс того, что что-то где-то хорошо, красиво залетит, ну, 1 к 1000. А тут еще и респа такая. Скажите, что он еще и в упор пошел. А, серьезно? Зачем ты присел? Вот это я понимаю тайминг. Почему не голову? Два тела он живет? А мэр вообще что-то может? Два тела тип живет. Самые арки. Он сваливает. Весело живем. О, еще один. А у меня даже... И еще один. А у меня даже времени не было, чтобы похилиться. Мы прожили 54 секунды. Это, наверное, к лучшему. Открываем третий кейс. Надежда все еще на что-то золотое. Это не золотое, но пойдет. М416 Кобра, хорошая пушка. Собираемся и погнали на пятую. О, так у нас еще и респа боевая. Ну, прям сразу, вот он, тип. И, походу, этот тип будет нас приемить. Либо вот за этим, либо вот за этим деревом. Ну, вроде, с одной стороны хорошо, а с другой стороны... Блин, ну ты убеги куда-нибудь. Давай нормально постреляемся. Просто... Эмочка... Немножко не та пушка, с которой ты хочешь стреляться в упоре. Кстати, вот он, вот тут вот. Ладно, погнали что-нибудь пробовать. Сидеть на месте тоже большого смысла нету. Надеюсь, хотя бы один молик его цепанул. А, нет. Что? Это что за МГ? Живи, пожалуйста, пожалуйста, живи. Он еще и не к нам пошел. Он на горку полезет сейчас. Идите вы просто. Какой авик зажигай в спине. Пожалуйста, дым. Дай мне выжить. Еще и дым не туда положил, ну. Это очень тупо. Это прям сверх тупо. Не знаю, что происходит. Мы каким-то чудом выжили. И это странно. Как можно было выжить вот в такой ситуации? Оу. Дружище, ты не успел отхилиться, да? Там еще и авик зажиг. Ну давай, я не хочу в упор с МГшкой. Че? Это что такое? Кто-нибудь расскажите мне, как мы вообще живем? Ну, минус 3 получается. А, вон и походу. Опять живем. У нас тип в упоре. Нет, 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 куда падаем?
Но я этого не ожидал просто. Их аномально много стало. Просто со всех сторон и все именно по нам зажимают. Кстати, пушка осталась. Так, смотрим. Следующее оружие. Пожалуйста, жду золото. МК-14 Кобра. Изысканная пуля. МК-14 Кобра, золото на 2 таланта, изысканная пуля. Это самое лучшее оружие, которое только когда-либо падало в этой рубрике из этих ящиков. Ничего круче этой МКХи не было, правда. Можете пересмотреть абсолютно все серии, это самая крутая МКХа, которая мне отсюда падает. Так что собираемся и погнали на 7-ю карту. Такое себе. А, респа уже не радует. Блин, это настолько крутая МКХа, что, честно, я бы с ней отдельный ролик снял. Где мы пытаемся подниматься голым золотой МК. Вот правда. Если эту МКХу не снимут, блин, я попытаюсь это сделать. Ну а сейчас надо попытаться хорошенько отыграть с ней. Тип в упор пошел. Дружище, изысканная пуля. Что ты хочешь? А где с поля тип? Че, не к нам что ли пойдет? Ладно, пошли за боссом. А точнее не за боссом, за типом, который сваливает с босса. Он по ботам работает. Я же говорю, сваливает с босса. И по идее... Хотел я сказать, по идее, мы его должны догнать. Пожалуйста, оставьте МК вышку. Точнее, кобру. О, просто все, спасибо. Спасибо, что эту пушку мне оставили. Так, ладно. Я начинаю верить, что с этого кейса что-то хорошее может падать. Смотрим, следующее оружие. Опять золото. Ну, СЛРочка, расширенный магаз. Честно говоря, такое себе. Ну да ладно, погнали пробовать. На то эта рубрика и классная этим, что ты можешь попробовать поиграть с теми пушками, с которыми, ну, в обычное время ты бы не то чтобы играть не стал, ты их не лутаешь даже. Так что все, собираемся и поехали. Предлагаю ставить ставки. Насколько долго мы проживем с этой пушкой? Я не знаю почему, но если брать из стапелок... С СКС-ки мне играть проще. СЛР почему-то, ну, прям вообще тяжко тапать. Хотя, по идее, СЛР-ка, ну, блин, классная пушка. Эй, алло. Где первый? А, нифига ты. Прям аккуратный такой. Вот тут зажмем. Если побежит, вот тут зажмем. Он спалил меня. Он теперь не выйдет. Вот он. Воу. Ну, прям... Прям тяжко, я бы сказал. Вроде тапать пытаюсь быстро, а не летит. Блин, ну в упор идти против МКХи с СЛР прям... Как будто бы мало шансов. Нет, нет, нет. Таполка, если на дистанцию еще что-то, могу попытаться, но не в упоре. Так, который раз открываем, я уже не помню, но смотрим следующую пушку. О, АКМ. То самое оружие, с которым я иногда даже и отыгрывать не хочу. Но пофиг. Если сравнивать с золотой СЛР-кой, АКМчик хотя бы... Хотя бы в автоматическом режиме работает. Так что собираемся и погнали. Но уже на 7-ю карту. А чё мы опаздываем? И за место сразу. Что за бред? Не, также босса пока игнорим. Пошли по типам. Далековато. Я и АКМ.
Такие дистанции с АКМ пока что мне тяжко даются. Вон, в упор подойдем и в упор заберем. Причем можно прям в наглую, прям к нему на скалу залезть. Реально, так и сделаем. Он все равно лежит. А, нифига. Я почему-то резко подумал, что... А вдруг не заберем? Так. Куда тип делся? А это не он? Нет. Куда первый делся? Который вот тут появляется. Ну, мужик, ну куда ты делся? Воу! Все, понял. Понял? Принял. И сидит нас, чекает. Ну, я с АКМом. Не-не-не, я вообще не зажму отсюда. Две головы подряд. А может свалим? Ну или хотя бы закрутить попытаемся. На средних, ближних еще окей, но не такая огромная дистанция. А он тоже сюда пошел. Есть шанс. Говорю же, на средних, ближних. Но не на такой огромный. И тоже почему-то фиолка. Че, помчали дальше? Арсенальчик. На босса... Нет. Не арсенальчик. А по 90 в спине. Чего? А, его тип другой забрал. Ну тогда дело плохо. Как? У деревьев текстуры на дальние отображаются? Или по-другому отображаются? Как он прострелил? Могу сказать то же самое. Пока ближе не подойдем, толку ноль. Да живучий я, живучий. Не знаю, правда, как, но каким-то чудом живучий. Надо вот за это дерево. Тогда шанс будет. Причем сразу время поедет. Прикиньте, взорву. Все, он, скорее всего, уже понял, что ему хана. Ладно, раз хаешки прыгают и отлетают, молик никуда не улетит. В смысле, а где он? Он же не мог вот за то дерево перейти. Да не, он походу ниже спустился. Его реально нету. Зато по нам закидывает. Кроме как за этим деревом, но его нигде быть не может. Еще и хедом. Еще и красный. Блин, честно говоря, АКМ, ну, по правде, пушка ужасная. Каким-то чудом, 3 килла. Даже рез и что-то хорошее насыпалось. Все, можно спокойно дальше идти. А, я понял, где это могут быть. Вот на этой фиговине. Очень часто на нее кто-то залазит. Китайцы, арабы зачем-то лезут на нее. Например, как сейчас. Он опять здесь. Он сверху лежит. И еще один. А вот это уже нехорошо. Серьезно? Вдвойне серьезно? Офигеть. Я правда в шоке с того, как таким чудом мы вообще с АКМа кого-то забираем. Че, теплак? Да, теплак. Правда, у нас еще типы подходят.
А, так он без радиации. Алло. Ты чем все это время занимался? Вопрос, на эту штуку как залазить? Эй, алло. Просто как бы уже сезон прошел, почти. А я до сих пор не умею на нее залазить. Но у нас, если что, еще люди есть. А, вот как вы залазите. На 10. Сейчас туда пойдем. Третий броник, свинцованная ткань. Ну что это за психи так делают? Ну купи ты пятый броник. Одну каточку сделай, потом возьмешь свинцовку. А, нифига себе. Так он перед нами прям. Куда он сваливает? Дружище, ты куда? Я с АКМом. Я безобидный. Ну, относительно безобидный, но вот этого я не предвидел. Прикиньте, с АКМа 6 типов закрыли. Пушка максимально дешевая, с ужасной отдачей, но как-то потихоньку учимся. О, мы даже что-то вынесли. Так, смотрим, какая пушка будет следующая. Давай, удиви. Умеешь удивлять. Это плохая пушка. Это нас ждет судьба, как мы играли с М24. Ой, с МР-кой. Вот. Скорее всего, мы также максимально быстро отъедем, поэтому синие, фиолетовые, пофигу, какие обвесы будут. Все равно быстро отъедем. Он еще и СМГшкой. Только псих с М24 пойдет в упор на типа СМГшкой. А знаете, что мы будем делать? Мы в упор пойдем. Не, правда, пушка настолько ужасная, что я не хочу с ней играть. А если его на перезарядке поймать, у меня будет шанс? Собственно, чем он сейчас занимается? Он перезаряжает свою пушку. А, он сверху? Что, собрал, что ли? Две тычки. Три тычки. Перезарядка. Что? Четыре тычки. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Я должен был попытаться. Блин, мы типа забрали. С МГшкой. 4 попадания, и только потом он решил помереть. Короче, смотрим новое оружие. Но баланса все меньше и меньше. Аук. Вот что-что, а с ауком я прям... 1000 лет не играл, наверное. Реально, я не помню, когда последний раз я играл с этой пушкой. Прям уж интересно стало, какой он. Так, где наша эмочка? Чтобы обвесы не покупать, можно же перекинуть. И в принципе все. Берем затар и поехали. Но как я так? Пушка крутая, а я таланты не прокачал. Блин, вот реально, больше всего в этой рубрике, наверное, бесит только две вещи. Когда за 1 600 000 тебе падает ужасная пушка, и когда ты забываешь прокачать таланты. А нет, есть еще один момент, когда тебе падает крутая пушка, но ты с ней сливаешься, и ее тут же снимают. Вот это тоже бесит. Так, первый вон он. О, замес. Давай, Сталик, я верю, Сталик. Хорош, хорош, Сталик.
Надо было ставку делать. На Сталика. Ой, а кто болит? Откуда? Откуда по нам жмут? Так, ладно, попозже сходим залутать. Чувствую, надо подниматься на скалу на эту. Сейчас к нам гости пойдут. А, даже не на скалу, надо сюда идти. Почему я иногда туплю? Я, значит, в той катке с М24 вообще не дамажил, а мне пол лица сносят. МК достал. Блин, вот эта трава еще не в тему посадили. Да давай ты уж, пикайся. Я с аугом без талантов. Я мало наношу урона. Не хочет что-то. А стоит мне голову убрать, сразу хочет. Блин, какая-то странная дача. Куда-то ее в бок тащит. Можете, походу, свайпать. Это надолго. Блин, я тоже не хочу как-то к нему идти. Ну и он, скорее всего, тоже ко мне. Ладно. Это было ненадолго. Сколько раз меня в этом же моменте забирали? Когда ты греешь хаешку, молик или дым, а тебя забирают. Фиолетовый. Ничего ценного. Кайф. Фигово то, что я почти 200 патронов только что потратил. Если прям катка плотная пойдет, ну, скорее всего, не хватит. А это что за АМР-ка? Рано. Пока что стрелять рано. И на боте палиться тоже рано. АМР? Куда-то сюда работает. Это он? У меня как-то текстуры странно отображаются. Я не особо понимаю, это он там сидел, нет? Блин, ну то, что он куда-то зажимал, это... Ну это 100%, сами слышали. Да, это он! Что сегодня с игроками? Это странные они. Офигеть, он рассыпался! Вы видели? Он просто рассыпался! И с него выпало абсолютно все. Так, не, ну моя бронька пускай на мне останется. Что еще тут? А, ну в принципе, да не особо и что-то осталось. Это просто у меня хлама всякого много. Поэтому ничего не лезет. Так, пошли того смотреть. Там еще вот тут тип. Почему такое жесткое фармилово начинается прямо под конец сезона? В начале сезона все относительно печально, но под конец прям все. Прикиньте, взорву. Ну, наверное, это было близко. У него какая-то мелкая пушка. Типа P90, что ли? Куда он упрыгал? За деревом, что ли? А, за тачкой. А чё так громко? У меня чё, звук багнулся? Чё так громко? Золотой! Это что такое? Два вопроса. Что это была за пушка? И он золото? Не, ну неплохо. Так, что золото? М24 вышка. И куча ресов. А чё по таланту?
облегченный магаз, ну не так жирно. А так все походу. Как-то это все лутаем, собираем и погнали-ка на выход. Я думаю, очень много ресов, которые надо-ка пойти и подсейвить. И чё это? Что это такое? Ну, танк, встань ты нормально. Подъедь ты нужной правильной стороной. Все, второй щиточек тоже минус. По идее, хватает. Не отъехать бы. А то такой подгон штурму будет. Все? 99. 16. О, все, огонь. Привет, груда. Вот она. Не, все-таки с танком прикольная задумка. Не знаю, кому как, лично мне за... прям вообще вкатило. Забирается вполне себе, сыпет, но тоже приятненько. А так все. Бустаемся и полетели до выхода. Ну что, ребят, точка сохранения прямо перед нами, и это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет потихонечку заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и... коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать либо новую серию, либо трансляцию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра на трансляции. Всех обнял. Пока.